Уважаемый Александр Вячеславович, искренне поздравляю вас с юбилеем. Вас знают как опытного и инициативного руководителя, много делающего для реализации богатого потенциала Серпуховского района, повышение его инвестиционной привлекательности, укрепление благосостояния людей. Мира и добра вам и вашим близким. С уважением, Герой России, глава Чеченской Республики Рамзан Ахматович Кадыров. Когда день рождения, юбилей, отмечает человек, которого многие-многие знают, которому многие доверяют, на которого многие, Александр Вячеславович, надеются, от которого многие ждут помощи и поддержки, это очень знаменательно, это очень важно. И мы все знаем, как много хороших событий на Серпуховской земле связано с вашей деятельностью, с деятельностью тех людей, которые сегодня разделяют ваш замечательный праздник и находятся в этом зале. 50 лет, на самом деле, это совсем чуть-чуть. Глядя на тебя с Юлей, я вам открыто сказал, у меня такое ощущение, что вам по 25, и количество детей, я думаю, что про вас надо снимать и там какие-то программы показывать. Личным примером человек доказывает, что он живет, любит в России, любит свой родной район и делает все, чтобы развивался район. Приказом министра внутренних дел Александр Вячеславович Шестун награжден медалью государственной. Приказ министра 12.31 от 24 сентября 2014 года. Друга, вот у поляков в свое время был такой замечательный фильм «Человек из стали». Вот наш человек из стали — это Александр Шестун. Это человек, который не сгибается ни перед чем, ни перед кем и никогда не сопьется. На таких людях держится русская земля. Саш, поздравляю тебя. В списке награждения вот этого названия было 12 выдающих иностранцев. Вот, среди них Шестун Александр Вячеславович, вот, который является по нашему взгляду, по мнению вот, наших руководителей, является примером вот, политика, да, бизнесмена, российского гражданина, новый период, который способен работать над дружбой. Наш университет воспитал многих. Я должна вам сказать, что Сергей Семенович Собянин тоже наш выпускник. И я, пожалуй, открою вам один секрет. Дело в том, что средний балл Александра Вячеславовича на 0,2, но выше, чем у Сергея Семеновича. Я могу достоверно сказать то, чего никто не мог сказать. Он не бедный человек, но диссертацию делал как мальчишка. Что он защитил? Малый бизнес. О чем он писал? О малом бизнесе. Чего он отстаивал? И не что-нибудь в малом бизнесе, что угодно, а экономический механизм, без которого никак этому малому бизнесу нельзя было выкарабкаться. И он это сделал, и он это защитил. Его утвердили, его признали им на муке. Thank you.
Читаем свой рэп, когда слетаем на Марс. Мы твое продолжение, а значит ты высший класс.